Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить игру «Внутренняя тьма. Темная родословная», то есть вторая часть. В предыдущей серии мы разобрались с тем заброшенным домом, там все было очень-очень плохо, в итоге мы вызвали какого-то духа и потеряли сознание. После этого поговорили с Генри, нашли записку, и история вывела нас на семью Натаниэля, или Натанаэля скорее. Вот тут мы в этом доме поговорили с его слугой, он рассказал жуткую историю, что им в семью привели какого-то пацана, который знал древние языческие ритуалы и был вообще очень страшным, его все боялись. В итоге, короче говоря, все кончилось плохо. Сейчас мы пойдем в гостиницу и спросим у бармена про врата. Это место, где... куда нас ведет еще одна зацепка. После того, как мы вызвали, там проводили спиритический сеанс призыва, очнулись на кровати, там ножом была приколота записка, и как раз там что-то про эти врата говорилось. Есть у меня подозрение, что он очень болтливый у нас, этот бармен, что он знает что-то про эту, по этой теме. Но вообще вот эту историю, которую мы услышали в предыдущей серии, надо сказать, жуткая. И этот ребенок там и горничную убил, и приступы у него были. Потом в итоге с ним что-то сделали, что он это все позабыл. Ты все горькую пьешь, да? Вот, на. Так, там еще один. Горькую все пьешь, да? Вот, на. Так, бармен, уважаемый. Здравствуй. Морда твоя, конечно, меня улыбает. До меня дошли нехорошие слухи о поместье за городом. Да-да-да. Что вы можете об этом рассказать? Оно стоит в лесу, километрах в 30 отсюда. Я никогда там не был, но запомнил странный случай, произошедший здесь, в гостинице. Я был еще ребенком. Однажды вечером пожилая женщина из этого дома, ее лица почти не было видно под темной вуалью, пришла сюда и осталась ненадолго. Пока не явились старики с фальшивыми бородами и не увели ее силой. Никто не знает, кем они были. Одно было ясно. Она тайком убежала от них. Думаю, она ждала поезда, чтобы уехать отсюда. Но они увели ее назад против ее воли. Я был еще совсем маленьким, но помню все так, словно это было вчера. Увидев их, она закричала от страха. Мне кажется, некоторые слова были латынью. Мы больше ничего о ней не слышали. Еще мне рассказывали очень нехорошие истории о варварских ритуалах, которые проводились там каждый год. Поэтому никто не хочет идти в этот дом. Он сейчас пустует, но большинство горожан боится к нему даже подойти. Очень интересно. Как мне туда добраться? Как мне туда добраться? В это время года пешком туда не дойдешь. Дороги в снегу, а в лесу опасно. Полно голодных волков. Думаю, Герберт сможет вам помочь. Он проезжает мимо него по дороге на работу. В каком номере останавливалась дама из поместья? А в каком номере останавливалась дама из поместья? Я точно не помню. Но это была одна из комнат на первом этаже. Где я могу найти этого Герберта? Вам повезло. Он там. Обедает в одиночестве. Спасибо. Хорошо. Если хотите, я замолвлю за вас словечко. Он не любит разговаривать с чужаками, но я уверен, что смогу его переубедить. Это было бы прекрасно. Понятно. А чё музыка такая, как будто я засыпаю? Врата. Зловещее викторианское поместье, молчаливое, одиноко стоящее на отшибе в лесу. Вон оно чё. Вон оно чё, Михалыч. То есть я не поговорил с ним, а сразу тут оказался? О, нет.
это место. Я смутно помню его. Я несколько раз бывал здесь еще ребенком. Ну, Герберт, это дом моего деда. Мне никогда здесь не нравилось. Это то место, которое я ищу? Какова связь между этими странными событиями и моей семьей? Я должен понять, что происходит. День второй. Прибытие в место, известное как Врата. Да уж. Что-то мне не очень оно нравится. Сам дом красивый, но тут подан как-то прям зловеще. Вход заперт. Ну ладно. Так, отсюда мы не войдем, я так понимаю, да? Плющ стелится по старым осыпающимся стенам этого покинутого жилища. Да, заброшенное такое жутковатое местечко. Нет, пошли в эту сторону. Дом, кстати, напоминает дом из Шороха. Вообще, очень сильно. Блин, сколько тут развилок. Это просто с ума сойти. Там усадьбочка какая-то. Так. Давайте какой-нибудь фонарик достанем, это что-то совсем темно. Так, о, хорошо. Задний вход. А там еще что-то есть. А, ну то есть мне понятно. Гаражик. Круто. Заперто. Отлично. Оно того. Опа. Явно не стоило. Это дверь в подвал. Она заперта на замок, но замок, похоже, изъеден ржавчиной. Думаю, если постараться, замок можно сломать. Понятно. Так, чем тебя можно разломать? Не думаю, что смогу этим воспользоваться. Понятно. Ладно, пошли пока дальше искать. Вон там еще что-то было. Ага, невидимая стена. Ладно. Так, оттуда я пришел. И пошел направо. Теперь пойдем налево. Такое на самом деле старое, викторианское, британское поместье. Это что такое? Это склеп, что ли? Отлично. Обожаем такое. Лопата. О, я уже знаю, чем разломать. Да что ж все заперто? В принципе, ничего удивительного, это частная собственность, как бы. Но сейчас, я думаю, этой лопатой мы сможем сломать замок в подвал.
Всегда нравились вот такие вот дома. Дома. Свое, то есть. Ни от кого не зависишь. Так, ну что, попробуем. Теперь должно получиться. Отлично. Я сумел сломать замок. Сохраняшечка. Посмотрим. Ну, судя по тому, как этот дом снаружи выглядит, я не думаю, что внутри он очень приветливый, там, что там светло, красиво. Такая же разруха, наверное, везде. Надеюсь, привидений нет. Посмотрим. Какой бардак. Так, пардон. Пачки очень старых газет. На одной я вижу дату. 16 февраля 1984 года. Почему фонарь горит? Здесь есть кто-то еще? Я должен быть осторожным. Замок сломан, я не могу его открыть. Не поддается. Так, ну-ка, поднатужились, Говард. Хорошо, тебя сюда чуть-чуть. Ох, тяжесть какая. Давай, Говард. Давай, смогем. Так, теперь. Все, расчистили вроде. Раскидали. Ну ладно, допустим. Давайте сохранимся. Лесопед. Старый ржавый велосипед. Канистра. И генератор вижу сразу. Для чего нам это все? Ну, давайте зальем. Почему бы и нет? Шо? Теперь осталось тебя включить. А где у тебя включалка находится? Как мне включить-то? Включателя в упор не вижу. На предыдущем генераторе он находился вот здесь, прям кнопка была, а тут такого нет. Ну и щиток тоже закрыт. Ладно, пока оставим, пока что у нас есть куда идти. Еще лампа. Что-то мне определенно это все не очень нравится. Такое. Что это было? Платочки какие-то непонятные тут. Что они тут делают? О, ребята. Что-то все хуже и хуже. Здесь, похоже, все ненужное сюда скидывали.
Я, конечно, все понимаю, но вот эта дверь бы не закрывалась сама по себе. Тут и так кирпичный довольно-таки. Подъем наверх, в дом, я так понимаю. Ничего. Да офигеть. Так, ну ладно, допустим. Тут вроде ничего больше нет. Да. Давай посмотрим. Здесь вина. Здесь пахнет как лаборатория. Думаю, в этих флаконах химические вещества. А, ну да, учитывая какая-то игра, какие нафиг вина? Здесь все про химию. Какой-то особенной бутылки не видать. Вроде нет. Замок сломан, и я не могу его открыть. Я думаю, я знаю, куда это ведет. Это, помните, дверь там на входе была такая непонятная. Блин, где же все-таки? Давайте вернемся к генератору. Мне кажется, я что-то там не сделал. Потом просто втыкать полчаса, не понимая, что да как. Так, ну. А, ну вот. Хорошо. Пошло. Вот и свет загорелся. Можно теперь фонарик убрать. Теперь точно народ знает, если я тут есть. Здесь лампочек слабовато. Но, по крайней мере, свет есть уже не так страшно. Так, ну и здесь все по-прежнему, да? Да, похоже на то. Пойдемте наверх сходим, что ли? Какое-то новое место. Слишком темно. Так, подожди. Хорошо. Куда-то пришли. Так, интересно, что нас тут ждет. Кто это вообще пришел сюда раньше нас? У меня постоянное ощущение, что за нами кто-то следит. Генератор тот же опять. Блин, загрузки, конечно, очень долгие. Алло, гараж. Блин, ну офигенная игра. О, пришли. Странно пахнет. О, я знаю этот запах. Это сирийская рута. Так, хорошо. Ключ от главной двери дома. Отлично. Это, я так понимаю, главная дверь дома. Так, давайте по порядку все осматривать. Вот сюда я пришел. У нас. Понятно. Давайте потихоньку все осматривать. Тут нужно внимание к деталям. Без этого тут никуда. Так, ну здесь у нас ничего, утварь просто. Старая плита, за многие годы покрывшаяся ржавчиной.
Понятно. Все такое грязное, пахнет протухшей едой. Сколько лет прошло? Странно, что запах все еще так силен. Так может быть, это недавно все было, а? Горшочек. Из него торчит куча палочек с благовониями. Понятно. Мне все-таки с лампой как-то поудобнее. Она как-то получше освещает это все. Поэтому я, пожалуй, лампу в руки возьму все-таки. Так, вот она. Это что такое? Пакость какая-то. Так, тут понятно. Тут ничего. Тоже ничего. Все ясно. Голяк полный. Кто-то разбил. Вандалы. В холодильнике что у вас, хозяева? Фу, невыносимый запах. Здесь, наверное, все прогнило. В морозилке ничего. Ничего. Заперто. Так, это случай не то, что я думаю. Это мой ключик новоприобретенный. С ключами, ой, вернее, с вещами в инвентаре перебор, на мой взгляд, слишком. Слишком их много. Это прихожая, что ли, какая-то? Или что это такое? Заперто. Понятно. Ох ты, нифига у вас тут. Машина похожа на это. Ghostbusters! Так, кувалда. Взять. На вид тяжелый, отличный. Пока не знаю, куда ее применить, но такая вещь явно не пропадет. Подожди, подожди. Старая ржавая отвертка. Отвертка! Мне в комментариях, наверное, человек 10 написало, что отвертку можно скомбинировать с машинкой. Так что давайте-ка мы этим займемся. Давно было интересно, что из этого выйдет из всего. То есть это опять же как пасхалка. Так, это отвертка, нет? Это, по-моему, не отвертка. Металлический анк. Я нашел в игрушечном джипе. Ну нифига себе находочки. Но опять же, это так. Ну-ка, если вот это... Да, я уверен, все это было спланировано заранее. Сирийская рута – это растение, известное своими одурманивающими свойствами. С древних времен его используют для изменения сознания и обретения нового духовного опыта. Похоже, они собираются отметить мое возвращение. Ты посмотри, а? Я, похоже, начинаю привыкать к механике этой игры. Довольно-таки неочевидные вещи проделываю. Деревянная коробка для хранения, так как я вижу, их почти не осталось, для хранения гвоздей и винтиков. Понятно. Но мы отсюда уже взяли все, что нам нужно было, похоже. Растворитель. Отлично. Совсем хлипко. Так, ну тут уже выход. Машина. Я помню эту машину. Однажды, когда у меня были летние каникулы, и мы приехали сюда на несколько дней, дедушка взял меня покататься. Тогда она отлично выглядела. Достаточно странно, но она выглядит так, словно все еще на ходу. Может, у меня получится ее завести?
Не факт. Ой, не факт. На мой взгляд, выглядит она отвратно. Понятно, с машины пока сделать ничего нельзя. Пойдем дальше осматриваться в домике нашего детства. Так, что у нас здесь? Здесь у нас обеденный стол, похоже. Тихо. Благовоние кто-то жжет прямо сейчас, да? Горшочек. Из него торчит куча палочек с благовониями. Они наполняют воздух сладким запахом сирийской руты. Хорошо. Кто-то прямо сейчас тут только что был, похоже. Так, это не главный ли вход? Ну, не главный, то есть боковой. Тут вторая дверь. Туда же. Тут ничего. Ну, я думаю, побегать тут придется. Мест полно. Куча всяких деталей. Которые все сразу за один заход не заприметишь. Это я вам точно говорю. Старенький радиоприемник. Не думаю, что он все еще работает. Кругом эти благовония. Так, тут ничего. Блин, ну офигенный дом так, да? Если бы не был таким жутким. В целом, прям и по планировке, и просто красота. Так, а здесь гостиная, похоже. Старинные вазы. Да-да-да. Хорошо, давайте сходим сюда, посмотрим. Птицы. Козадой. Козадой – герои ужасных сказаний, обычно гнездятся на открытых пространствах возле леса. Птица получила свое название из-за поверья, что ночами она высасывает молоко из коз. Нифига себе, первый раз слышу про такое. Благодаря странному, почти потустороннему пению, о козадоях сложилось много мифов. Одни говорят, что птица умеет предсказывать бурю, другие, что увидеть козадоя возле дома – дурной знак. Самая фантастическая легенда гласит, что птица чувствует душу умирающего человека. Деревенские жители часто боятся песни козадоя, считая это плохой приметой. Считая, что если птица поет рядом с жилищем, это знак грядущей смерти. Если говорят, что если человек при смерти, козадои собираются поблизости и поют, пока он не умрет. Когда душа отлетает от тела, птицы взлетают, пытаясь перехватить ее. Если душе удается скрыться от них, козадои замолкают и вскоре улетают. Если нет, они поют еще громче и победнее. Какие мерзавцы, а? Так. Ну, я смотрю, так ничего особо хорошего тут нет, да? Шкатулка какая-то. Камин. Очень хорошо помню этот камин. Я ложился перед ним и постепенно засыпал, пока кто-нибудь приходил и будил меня. А, потом кто-нибудь. Все, я уже зачитываться начинаю. Это пятая серия сегодня. Или четвертая. Уже язык сплетается. Тут ничего. Подожди. Заперто. Ключа у меня от этого нет. У меня есть ключ от входной двери только. За звуки. Так, ну ладно, допустим. Вроде как все спокойно, да? Я думаю, давайте на этом тогда прекратим, наверное, а в следующей серии пойдем уже второй этаж исследовать и начинать уже разбираться, что там мигает такое. Начинать разбираться, что нам со всем этим делать.
Надеюсь, вам нравится, потому что меня история цепляет просто. Ну, мне интересно, чем это все закончится. Она очень интересно так развивается. Так что увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.